що Роман Світан вже на зв'язку. Пане Романе, наші шанування, доброго здоров'я. Вітаємо, слава Україні. Слава, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, нещодавно, якщо я не помиляюсь, приблизно тижнів два тому ви говорили, аналізуючи ситуацію на Херсонщині, на Лівобережжі, наступне. Це не пряма цитата, а радше переформульована думка, що ворогові доведеться або ворог потенційно може зняти свої сили і ресурси з Авдіївського напрямку і підсилити південь, або ж навпаки, можуть вчинити це діаметрально протилежно і забратися з Лівобережжя, або частково покинути. Ось станом на сьогодні, аналізуючи те, що відбувається, до якого сценарію схиляється ворог? На даний момент вони, скоріше всього, ко второму все-таки склоняються. Діло в тому, що були використані дві бригади, які у них ще залишились в районі Токмакак для усилення северного направлення під Роботіне. Вони їх зараз розвернули по лівому берегу. И 104-я дивизия пытаются, по крайней мере, развернуть ее из бригады до дивизии. Ну, получили документы дивизии и пытаются развернуть на входе в Крым, в основном по херсонскому направлению, но в основном это на входе в Крым. То есть, по большому счету, они по первому не пошли. Стоит задача в ближайшие несколько недель под объявлению о выборах президента. Путин, скорее всего, под себя это дело расписал. Стоит задача именно захвата Авдеевки. То есть однозначно с этого направления не сняли. Ну а те остатки сил, средств, которые у россиян есть, они сейчас жгут на левом берегу. То есть, скорее всего, все-таки второй вариант. Они больше готовы начать отход или, по крайней мере, принять наши войска на левом берегу, уже расширяющие плацдарм, чем, допустим, снимать с восточного направления. У них политическая составляющая намного важнее военной компоненты. Пане Романе, напередодні в одному з інтерв'ю ви говорили, що Крим повернути простіше, ніж Донбас, і якраз таки теж президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з миколаївськими студентами сказав так само, що Крим ми, скоріш за все, повернемо першим, ніж це буде із Донецьком та Луганськом. Але він сказав в контексті ментально. Що ви думаєте з цього приводу, якщо говорити із військової точки зору, а не саме ментально? Тому що ми розуміємо, що досить довгий період це телебачення, пропаганда і багато є різних факторів, які впливали на самих людей. Ну, лучше донецких никто не знает, потому я как из этого региона 60 лет прожил, потому знаю прекрасно ментальность Донбасса. С военной точки зрения однозначно легче вернуть Крым, освободить Крым, а потом заняться Донбассом, причем не только легче, а еще и безопаснее при освобождении Донбасса, так как если мы не зачистим Крым от россиян, то они могут, а потом начнем двигаться в сторону Донбасса, они могут опять выйти, повторить прошлогодний маневр, выйти и ударить нам в спину, нам придется опять возвращаться на Запорожский фронт. То есть, по большому счету, здесь с военной точки зрения однозначно легче освобождать Донбасс, а с ментальной я бы чуть поспорил с президентом по поводу того, что как раз по Донбассу там уже все белое, черное и белое. Донбасс – это украинский регион, причем сотни лет там живут украинские семьи. Это семьи и потомки казаков, тех казаков Запорожской сечи, которые еще больше 200 лет назад перебрасывала Екатерина в Кубань, на Дон, для того, чтобы там вопросы решать, располагать еще одно казацкое войско. То есть вот по цепи следования казаков там были расположены много хуторов, станиц. Вот у меня корни именно из одного из такого хутора, по одной из веток фамилия Бороденко. Такая Бороденко там лежат уже больше 200 лет рядом на кладбище возле этого хутора. То есть целая ветка именно украинские села, украинская речь в селах до сих пор на Донбассе и на оккупированном в том числе
естественно, разговаривают по-украински. Там ждут освобождения. Причем, а вот та часть населения, которая зашла в свое время из России, была индустриализация Донбасса, со всех российских губерний туда сгоняли в основном такой полукриминал. У них корни именно российские. Это от Воронежа и дальше, за Урал. И вот это уже черно-белое расслоение произошло ментально. То есть там есть россияне, которые сидят 10-й год на чемоданах. На чемоданах, понимая, что как только зайдут украинские войска на Донбасс, им там жизни точно не будет. То есть они уйдут впереди наших колонн военных. И останутся там кондовые наши украинские жители, которые живут там уже больше 200 лет, это как минимум. В основном это сельское население, тут вопросов нет. Потому ментально, я бы так сказал, легче освободить Донбасс, а в военном смысле тяжелее, конечно, почему? Потому что Донбасс граничит с Россией, то есть там нет Керченского моста, который можно, по большому счету, уничтожить и прекратить сообщение с россиянами. Там больше 200 километров границы с Россией. Потому сложно будет с военной точки зрения, но ментально легче. А вот ментально сложнее будет с крымчанами решать. Дело в том, что по Крыму волна, там не было 10 лет войны и боевых действий. И крымчане в таком полусимбиозном каком-то состоянии, пока находятся, они для себя еще не определились. Они за умных или за красивых. Там есть эти проблемы, потому оптимальный вариант после освобождения Крыма, после окончания войны, после зачистки Украины от россиян, в Крым переселить участников боевых действий. Им надо будет всю оставшуюся жизнь как военные. Знаю, у меня больше 30 лет выслуги, потому знаю, что это такое, надо будет и психологически проходить психологическую адаптацию до конца жизни. И, естественно, медицинское сопровождение должно быть. Самый оптимальный вариант для наших участников боевых действий – это поселить их в Крыму. Будет много освободившейся территории и жилплощади. И вместе с семьями. И просто после переселения где-то около 1,5 миллионов участников боевых действий и членов их семей, у нас ментальность по Крыму быстро восстановится. Потому после освобождения Донбасса, у нас после освобождения Украины от российской оккупации, у нас ни в Крыму, ни в Донбассе никаких ментальных проблем не будет абсолютно. С Донбасса выйдут, а в Крыму будут жить военные, которые прошли серьезный боевой путь. Ну, але допоки відбудуться ці процеси, має цьому передувати якраз таке звільнення. Пане Романе, неодноразово в своїх численних інтерв'ю ви згадували, що без літаків жодні наші наземні операції, вони не будуть мати такого успіху, як апріорі за підтримки. Так само, якщо ми говоримо про кількісний склад і, до речі, дальність можливості використання ракет, так, які ми вже маємо на озброєнні, але хотілося б дозволу використовувати ще по країні-агресорці, і компонента з літаками. Отже, давайте змоделюємо ситуації. Маємо достатньо, умовно достатньо ракет і умовно достатньо літаків. Про які часові проміжки в контексті звільнення і Криму, і Донбасу може йтися? І щодо кількостей, скільки це потенційно достатньо? Якими цифрами можна оперувати? На одно направление нужно как минимум одну бригаду истребителей. То есть бригады это три, если максимальная бригада, это три эскадрильи по 12 самолетов, 36 самолетов, звено управления 4 самолета, 40 самолетов это одна бригада на одно направление. Если у нас нужно будет закрывать, допустим, небо, одна бригада, 40 самолетов. Если будет одно направление выбрано как стратегическое, допустим, Херсон, Крым, еще одна бригада, значит 80 самолетов. Если будет достаточно сил, средств, допустим, двигаться в том числе и по запорожскому направлению на Токмак, надо еще третья бригада. То есть общее количество около 120 самолетов для выполнения всех задач одновременно. По Донбассу нужно будет работать уже после освобождения Крыма, потому эти самолеты будут использоваться уже по Донбассу. Потому оптимально для нас 120 самолетов, 3 бригады. Минимальная это 80 самолетов, 2 бригады. Вот, то есть от 80 до 120, в принципе, пожертвовав одним направлением, мы можем при минимуме
самолетов выполнить эти задачи. Освобождение Крыма, освобождение Донбасса – это работа на одну компанию в году, не более. То есть одна компания 2024 года идет освобождение Крыма, и компания уже 2025 года идет освобождение Донбасса. Если бы у нас были самолеты, допустим, в концу весны, в начале лета или хотя бы к середине лета этого года, у нас мы бы закончили по Крыму работу в этом году, а в следующем году работали по Донбассу и вышли на госграницу. Совместить эти задачи невозможно. Последовательность только такая. Сначала Крым, потом Донбасс. Потому я так думаю, при достаточном количестве самолетов, ну, скорее всего, мы получим как минимальное количество, то есть до 80 самолетов мы получим. И движение на Крым, прикрытие неба, и движение на Крым, в принципе, будет возможно в следующем году. Ну, а дальше уже Донбасс в зависимости от наличия сил средств. Причем по ракетам нам очень важно работать по российской территории в том числе. Вряд ли нам наши партнеры разрешат это делать своими ракетами. Потому нам очень важно этот вопрос решить и запустить производство наших ракет. У нас есть хорошие два проекта. Это и Сапсан, это 500-километровые баллистические ракеты. Гром-2, так называемые проекта Сапсан. И у нас есть модернизированные Х-35 Нептуны. С дальностью мы можем дальность довести, в принципе, тоже до 500 километров. Это очень такая важная дальность. Дело в том, что при уничтожении логистики противника на глубину в 500 километров он не может, любой противник, это парадигма определенная при выполнении боевых задач, война логистик, так называемая. То есть, если мы можем контролировать нашими дальними средствами поражения глубину до 500 километров, это практически полностью вычеркивает возможность противника поставлять достаточное количество вооружений на линии фронта, намного проще выполнять зачистку территории.